Что способна сделать с человеком абсолютная тишина? В Лондонском университете построили комнату с абсолютным звукопоглощением, и 30 минут нахождения в этой комнате способны свести с ума. Один человек решил поставить мировой рекорд по нахождению в абсолютной тишине, и первые 5 минут все было в порядке. Но потом у него начало звенеть в ушах. Еще через какое-то время он начал слышать, как циркулирует кровь в организме. Затем он почувствовал, как будто голову что-то сдавливает. Затем он начал слышать какие-то звуки и не понимал, настоящие они или нет. Затем он просто уставился в одну точку в темноте и как будто отключился. Ему начало казаться, что под ним ездят поезда метро, несмотря на то, что в комнате была абсолютная тишина. Затем он начал следить за человеческой фигурой, перемещающейся по комнате, но там никого не было. Его начинает мучить жажда, и у него есть вода, но он настолько подавлен, что не в состоянии попить. Его разум настолько затуманен, что он перестает понимать, зачем он находится в этой комнате, и его друзья и операторы решают прервать эксперимент. Когда они входят в комнату, он не сразу понимает, кто это такие и зачем они пришли. Ему потребовалось около часа, чтобы вернуться в нормальное состояние. Но мировой рекорд он все-таки поставил — 86 минут в абсолютной тишине.